Бесплатные юридические консультации – традиционный подарок белорусам от Министерства юстиции. Их провели по всей стране ко Дню Победы. В Бресте работа с обращениями кипела в 6 нотариальных округах. Каждый, кто приходил, получал исчерпывающий ответ, а вместе с ним и бесплатную консультацию. В благотворительной акции приняли участие специалисты разных отраслей права – Главного управления юстиции, отдела принудительного исполнения наказания, адвокаты, нотариусы. Направлено на то, чтобы оказать помощь в разрешении каких-то сложных ситуаций, в которых необходима консультация комплексная нотариусов, адвокатов, возможно, по вопросам органов принудительного исполнения. Потому что граждане, как правило, обращаются с вопросами, которые требуют разрешения многогранного, так сказать. И тут позволяет эта акция единовременно получить консультацию специалистов различных отраслей. Тут же на месте мы определяем все-таки, в каком направлении человека отправить, что ли, для того, чтобы вопрос его был разрешен максимально в сжатые сроки и максимально так, как он хочет. Не всегда удается сразу разрешить вопрос, честно сказавши, да, потому что очень сложные вопросы, но пытаемся. Подобные благотворительные акции будут проводиться и дальше. Как правило, они будут приурочены к различным государственным праздникам. Следующие встречи состоятся ко Дню защиты детей и Дню освобождения Беларуси. Как правило, на такие акции люди приходят с теми вопросами, которые вот реально сложно разрешить в обычном порядке, вот в правовом поле, без обращения в суд. Как правило, это уже те вопросы, которые пройден не один круг различных инстанций, юристов и так далее, и люди вот ищут выход вот в таких вот акциях. Еще одна инициатива, посвященная 73-й годовщине Победы, объединила молодежь из Витебска, прибыл поезд памяти. Марафон, стартовавший на севере Беларуси, включал в себя множество мероприятий по пути следования и финишировал в городе над Бугом. Десятки юношей и девушек приняли участие в акции, которая проводится в рамках проекта «Цветы Великой Победы». Цель – популяризация истории и достопримечательностей Беларуси, гражданско-патриотическое воспитание молодежи и вовлечение ее в социально значимую общественную деятельность. К нам приехали в гости 300 молодых ребят. Это представители 4 общественных организаций, из которых из них Белорусский республиканский союз молодежи, Фонд мира, профсоюзы и Белая Русь. Скажем так, ребятам очень нравится приезжать к нам в Брестскую крепость. Они насыщаются здесь духом памяти о наших павших героев. Нам очень приятно встречать наших друзей из Витебска, потому что они, так же, как и мы, верят и знают, что павшие герои погибли не напрасно. В городе Бресте я не в первый раз, но в Брестской крепости в первый раз. Очень впечатляет, очень красиво. Очень благодарны всем организаторам, что дают нам возможность побывать здесь. Очень интересно, увлекательно. Поезд Победы – это вообще какая-то нереальная вещь. Это очень интересно. Все сближаются, все знакомятся, все делятся впечатлениями. И поэтому я выполняю роль медсестры, потому что на войне без медсестры не обходился почти каждый человек. Мы будем помнить обязательно. Виктория Сащенко, Анастасия Страбко, Андрей Щерба, Эдуард Бакунович, телекомпания БУК-ТВ.